Всем привет! Получил очередные посылочки с китайского сайта. Здесь у нас три спиннера и кабеля к зарядке айфонов, начиная с серии 5. Итак, давайте посмотрим сразу все наши спиннеры. Откроем и посмотрим, что за как там у нас. В стороночку вот такой вот у нас спин. Сейчас тут надо разрезать. Сколько, как оно там? Ох, такой металлический бокс для него. Да что ж такое, не могу открыть. Да, я не там берусь. Так, вот такой вот чехолчик поролоновый, подкладка сюда. И вот такой вот у нас хромированный, блестящий спиннер. Так, давайте вот так похожу. Вот так он блестит. Просто у меня тут еще и свет, лампа. Вот он. Так, вот крутится. Давай сразу вскроем следующий спиннер. Посмотрим. Этот у нас подороже, самый дорогой спиннер. Это у нас тоже металлический, чуть подешевле спиннер. Вот такого вот плана. Тоже у нас крутится. Вот такие вот у нас спиннеры. Здесь у нас меньше будет этого свет. Немножко они шумят, конечно. Дальше у нас самый дешевый спиннер идет. Это вот такого вот плана. Он пластиковый, эти два вроде бы из металла. И в описании было указано, что они из металла. Вот такой вот у нас спиннер. С металлическими вставками. Здесь только здесь подшипник и все. И тоже шумит он у меня здесь. Давайте вскроем вот эту посылочку и посмотрим. И у нас здесь кабеля. На iPhone 6 должно быть. Ну, я к своему заказываю. 10 штук еще плюс друзьям. Можно будет продать, они тоже хотели. Давайте один возьмем с центра, достанем. Было указано здесь длина метра, да, таки есть метр. Вот он USB на Lightning. Так, возьмем наш планшет сразу для тестирования. То есть, как видите, вот зарядка 38. Вставляем. И где-то у меня здесь был вот так вот, сейчас неправильно, той стороной, и ставили, что-то ничего не происходит. Нет, ничего, он может, это USB-шник у меня. Сейчас попробуем подключить к розетке. Вставляем, вот у нас розетка к нему. Вставляем. А, не могу. Все, вставил. Вот, пошла зарядка. Все нормально. У меня где-то там отошел USB-шник, удлинитель для USB. То есть зарядка идет. Вот она зеленая у нас. Зарядка идет, можно сейчас еще раз высунуть и вставить. А, не могу попасть. Вот вставляем. Вот зарядка пошла. Все нормально. Ну, остальные не будем проверять. Все ссылки под видео будут на все товары. Всем спасибо за внимание. До свидания.